Дорогие друзья, крылатые слова были сказаны. Не дай Бог нам увековечить свои ошибки. Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали, то, что делаете для страны. В 2020 году по-разному воспринимали те события. Я исходил из того, что пройдет какое-то время, и оценивая, переоценивая те события, мы убедимся, что мы поступили правильно. Помните, вы защищали свою страну. И мы с вами спасли ту страну. Вы знаете, вот в моей памяти не осталось ни одного случая, где бы судебная система рухнула, где бы она подвела страну, где бы она не встала в ряд с теми, кто боролся за существование нашей Беларуси. Если бы мы тогда дрогнули, у нас бы сегодня было хуже, чем в Украине. Поэтому помните это. Знайте, что вы сделали великое дело. Если уже после этого ничего не сделаете, у вас еще большой путь впереди. Но если бы даже ничего вы не сделали, вы уже для страны сделали очень много. Огромное вам спасибо за все это. Нам не стыдно будет смотреть людям в глаза и своим детям. Благодарю вас.